Кухня Африки, не считая Марокко, для меня находится в тумане. Не знаю о ней ничего, поэтому с большим удовольствием познакомилась с рецептом горячего блюда, который меня порадовал. Попробуйте. В таких национальных вариантах всегда много специй, и уходит много времени на создание такого блюда. Если вы готовы к этому, то прочтите о том, как приготовить говядину по-африкански с тушеными овощами. К блюду лучше всего подавать лепешки, ни соуса, ни гарнира отдельно делать не надо, достаточно того, что есть изначально. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. С самого начала поставьте разогревать духовку на 160 градусов, говядину обжарьте в масле в большой сковороде по 5 минут с каждой стороны, в это же время сделайте смесь из кайенского перца, имбиря, корицы, паприки и чили. 2. Затем мясо уберите, а на его место выложите мелко нашинкованный белый репчатый лук и перец, тушите овощи 5 минут, иногда помешивая. 3. Потом в сковороду добавьте мелко нарезанные помидоры, хрен, смесь специй, сахар, лавровый лист и влейте бульон, доведите соус до кипения, а потом варите 5 минут. 4. После этого в жаропрочную сковороду или форму влейте оставшееся масло, выложите красный лук кольцами. Ставим лайк и подписываемся. 5. Теперь выложите грудинку, далее влейте овощной соус и разложите целые зубчики очищенного чеснока. 6. Запекайте блюдо 5 часов в духовке при самой маленькой температуре, потом нарежьте мясо на куски, посыпьте тимьяном и подавайте. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Говяжья грудинка, 2-5 килограмма, репчатый лук, 3 штуки, болгарский перец, 3 штуки, красный репчатый лук, 2 штуки, лавровый лист, 2 штуки, помидор, 420 грамм, куриный бульон, 500 миллилитров, чеснок, 8 зубчиков, тимьян сухой молотый, 1 чайная ложка, хрен тертый, 1 чайная ложка, чили порошок, 1 чайная ложка, корица молотая, 1 чайная ложка, паприка, 1 чайная ложка, имбирь молотый, 1 чайная ложка, черный молотый перец, 1 чайная ложка, соль, 1 столовая ложка, оливковое масло, 3 столовые ложки, кайенский перец, 0,25 чайных ложки, сахар белый, 2 столовые ложки, количество порций, 10. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Жду вас снова.